Как настрой? Да нормально настрой, температура только вот, а так, в принципе, нормально. Шел к общагам. Я у сарая в общаге. Кто еще бегает? Где? Кто сюда бежит к общаге? К тебе кто-то бежит. Вот, ну этот, враг. Ну. Одного убил. А болтовка чья была? Я не слышал болтовки. Я в сарае стою, не знаю. В смысле, болтовка, выстрел был такой, щелк от М700 или что-то? Ты серьезно нет, слышал? Нет, не слышал. Камни, значит, наверное. Над богатым. Ну, вот эти, дефолтные. Ты по дереву сейчас ходишь, ведь? Я ходил, я два шага. Я был в доме. Ремингтон глушенный стрелял, 100%. Я бегаю. Я хожу перед входом. Привет. Вот тут я где-то слышал. С правой стороны. Ты, может быть, рикошет какой-то слышал? Ну, глушенный выстрел болтовки я с рикошетом перепутал. Можешь. А, ну, окей, ладно. Ну я в доме был, я ничего не слышал вообще. Мне говорить. Ну, типа у этого что? Два трупа привет, лежат, да, вот оба на твиче за бомбозы от ЧВК. Я не знаю. Как поднято им в Таркове. А, да? Я двоих убил, реально? Да? Шотган? Подожди сейчас. Ты, по-моему, одним спреем двоих сложил. Да. А сейчас кто стреляет? Я не слышал выстрелов. Какой-то шлепок был, пуля пролетевшая мимо, нет? Не слышал. У меня не было. Я на камни ушел. А, реально двое. Тут ты, блин, я одного спроил. Видимо, программочка сама второго заспроила. Сидит, лежит сверху на камнях. Убил. Надо мной что где-то? Над богатым, дефолтче. Давайте дефолтное место называть, камушки над богатым. Чтобы понимать сразу, куда летит. Бля, ну кто загрел-то их? Я. Зачем? Ну откуда я знал? Я за тобой шел, кстати. Обрати внимание, что по мне не стреляли. Дефолт это над богатым вот эта гряда, да, которая типа? Ну там тропка идет, они там постоянно лежат. По тропке поднимаются от нижнего отеля и лежат там потом. А, ну я понял. А, типа... Так, сейчас там почитаю донатик. Спасибо за поддержку. Не совсем расслышал. Я уже хожу по спортплощадке. А ты, мат, где? На дефолт. Кто-то показалось по дереву бегает в деревню. Бля, тут не поднимусь, у меня стамина нету, ни хрена. Я у малых отелей на камнях. Вот шметаныч, наверное, по нижнему ущелью бегает. Их же здесь два. По мне, блядь, куда? Вот он и... Его я и слышал, блядь. Деревянные домики ближе к воде в деревне. Нет, не на воде. Бля! На что гранате, короче. По мне, на гранате. Я у бомжа, иду на гранату. Его вид. Убил это? Думал, ты дальше. Тебя и так хили сюда. Сзади, вид! Сзади тебя! Минус второй. Двоих убили? Кто шифтит? Я. Большой. Ага. Всем.
Просто Артём кидал сюда гранату, и ты выходишь оттуда. Я ж не сюда кидал, эта граната была вообще в деревне у богатого почти. Но... Мне показалось здесь. Я просто оттуда бежал с малых. А, ну вот, это они. Они так быстро подпушили, что ли, сюда? А, нет, не они. Там тип был в этом. Тоже кажется, не они. Нет. Еще один должен быть. А, там был тип, короче, воропатки зеленый. Давай искать еще. За домом. Бля. Еще справа есть, на камнях, по-моему, да? Или что? Нет, это этот же, за домом. А что не залетело так у меня? Вот на гранате он был. Бля, вот душнило, а. Ближний дом? Да, ближний дом. С этим, который такого. Да, да. С кукушкой, короче. Вот он по мне работает. Да, я понял. Взорвал его. Хорош. Он в доме был, что ли? За домом. Подпушил. Еще два челобота бегут от воды, от стройки вернее, как мы здесь были, шайтан. Близко уже? Да. Ко мне где-то здесь два типа были. Вот именно там, например. Могут полутать их, аккуратно. Пойду сейчас справа. Навесную дал туда, легкую. Я тут не дал. Убили. Все, тихо. Убил одного. Ну, где второй? Вита где-то вообще в затылок, по-моему, убили. Как будто от отеля. Где-то у меня второй. Я не вижу его. Просто вдвоем идем и все. А я убили меня. Ёб твою мать. Это эти тебя убили. Придурки. Как они сюда загрелись, не знаю. Блять, он уже Вита подлутал, походу, сучара. Готов. Пицца 9. Опять устал. У меня живота 0, да? А, у меня живота 0, понял, что я устал. Из вас вот это вроде челобот витовский. Да. Так, этого я лутал. СВД. Так, это мы забираем. Генка, кстати, неплохая. Но у меня места уже там под нее, мне кажется, не будет. Так. И валим отсюда. Я не брал. Я тебя лучше вынесу, чем опять пойду там по этим кустам шариться под пулеметным огнем.
Пам-пам-пам. Что у нас получилось? 5 людей и 2 челобота. Богдан тактический. Готовь. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.